Ну что, ребята, приветствую, мы с вами продолжаем проходить с Dark Pictures антология Little Hope. Просто серия была очень такой обидненькая, я записываю подряд, ребята, так что мне до сих пор, блядь, обидно. Вот до сих пор, блядь, обидно мне за то, что я заговорился и на кнопку я перепутал. И не успел нажать, кстати, да, там был вариант нажать на этот, на B, ну, на кружочек красненький, да. Но, блядь, в итоге, нахуй, да, не успел. Там прям очень, очень быстро. Ну, конечно, ладно, это моя вина чистая. Блядь, ну, обидно, конечно, обидно за такое. Ладно, ничего страшного, я говорю, то, что сказал в конце прошлой серии, скажу и сейчас. Мы с вами постараемся заставить этих двоих. Почему двоих? Потому что, повторюсь, его двойник выжил, мы по записке это все видели. Нам там сказали, что его двойник выжил, и он, типа, с него обвинения все сняли, он уехал, типа, нормально, дальше обычно жить. Поэтому ему вообще ничего не грозит. Вот, тем двумя грозит, то есть за Тейлор еще идет ее двойник, а за профессором еще придут, поэтому за ними нужно смотреть внимательно, да, и делать аккуратные шаги, и быть сконцентрирован на этом, поэтому попробуем, надеюсь, что вот этой компашкой мы выйдем победителем, скажем так, да, в этом сюжете, то есть мы выберемся отсюда втроем все, да, то есть что, ну, я их двоих засейвлю, что втроем мы отсюда выйдем, потому что для меня это будет мини-победа моя лично, да, но обидно, конечно, обидно, ну ладно, это мое прохождение, поэтому пусть оно будет таким. Вот, поэтому, Саш, поудобнее надевайте плядик, перенапитите куш, принципите кофе или пить воды, продам просмотра. А мы, собственно, продолжаем проходить The Dark Pictures с антологии Little Hope. Серика обещает быть такой же мрачный, чуть-чуть страшный, хотя, может, не чуть-чуть, да, даже. И да. Ну, ты смотришь, блядь, я говорю вообще-то, не надо свое смотреть. И, короче, очень интересно, поэтому... Приятного просмотра, мы, собственно, начинаем. Приятного просмотра. О, привет! Так, ладно, let's go, чё? Ну, куда они ушли-то? Нормально. Ушли куда-то вперед меня вообще нормально. Вот, ну, типа... Ну, типа, чел, ну, как бы это вообще, ну, ненормально, на самом деле. За ними гонятся их двойники, а этому вообще похуй. Все, можешь просто ходить, бродить и просто, и все. Грубо говоря, опа, опа. Так, смотрим. Peace... Stay on. Крутовато. Да. Пойдем по дорожке. Просим оставаться на дороге. Че, ну туда дальше идти, типа? Туман. Звучит как бред, но... Вдруг... Нам нужно спасти двойников от казни, а вот чтобы он. Спасти самим. Монстр пошли напал на меня после смерти двойника. Ну, кстати, может реально надо спасти двойников. Может быть. Пошли вот туда вниз сходим. Они там стоят. Значит, нам туда нужно. Давай вниз сходим. Посмотрим. Нам нужно найти, ребят. Нам нужно это найти. А, не могу туда спуститься. Ну, жаль. Нам нужно, ребят, найти с вами 100% подсказочку. Она здесь 100% есть, поэтому я буду сейчас очень внимательным в этом плане, да, постараюсь быть внимательным в этом плане, потому что нам очень нужно, очень... Вот они стоят, пусть стоят там. Мы с тобой пойдем здесь чуть-чуть в обход, пойдем, может, что-то найдем. Ну что, блин, ну очень нужны подсказочки, что там дальше, как будет. Собственно, у Тейлор так и остался нож, самое интересное, да. То, что ей очень нужен, как я понимаю. History кристалл. О, типа. Вот что, все разваливается. Историческая реконструкция. Внимание, устойчивая конструкция небезопасна. Угу. Ребят, насчет ветки вопрос, да, скажите, что ты ветку спустил? А, вот тут выше меня, где вот черная полоска выше идет, там показывается курс изменен, всякую информацию показывает иногда, да, поэтому, чтобы вам, ну, вам было видно ее, да, я специально спустил вебку, да. Вот. О! Вот это нам очень нужно. Давай, погнали. Давай. Демон на дороге. Так, еще раз посмотрим. Так, ну вот, профессор сбегает. Оп, закрывает дверь. И вот так делает. То есть ему не нужно давать вставать около двери, я правильно понимаю? Потому что она дырявая. А если за ним будет, если за ним, получается, за ним гнался его двойник,
Ему не нужно давать вот так вот. Окей, я ему не буду давать около двери вставать. Я сам встану около двери. Вот Эндрю встанет около двери. Что ему-то вообще похуй, ему ничего не грозит, по идее. Мэри Милтсон Грейв. Опа. Опа. Ты дурак? Могила Мэри. Но неизвестно, когда и как она умерла. Да, секреты. Тут что-то будет, алё? Могила Мэри. Памятник девочки, которая была ключевой фигурой в судах над ведьмой в Литл Хоп. Пастор Карел взял ее под свою опеку незадолго до того, как она говорила нескажителю города. Мэри обвинила Эми в колдовстве после того, как Карвер начал ей покровительствовать. Это же оно? Подожди, это же оно было? Правильно понимаю, это оно? Да, это оно, по идее. Да, это оно. Это очень странно, слушай. А не он ли случаем, ну... Опа. Пошли сюда. Там был проход еще. Я могу здесь пройти. Да. Ребятки, извините, но я туда пройду еще. Так, профессору, короче, не надо давать, собственно, вставать около двери. То есть дверь отпирать с собой же. Не нужно ему давать. Если ничего нету. Вот. Потому что дверь дырявая, и, судя по всему, за ней будет гнаться его же этот самый. Ну, ты понял, да? Светлячки. Это они светятся. Его же самый этот самый. Что это за свет? Такой красивый. Разве нет? Двойник, и не нужно ему вот давать около двери. Скажу здесь такое. Конечно, не нужно ему давать около двери вставать, хорошо. Чего, блядь? Ты его двойник? Немыслимо. Глаза подводят меня. Прошу простить за поздний час. Нужно потолковать. Что тебя гложет? Мэри. Тревожно мне. Она в судах в страшной роли выступала. Сии суды всех тревожат. Здесь иное. Сестру казнили, а на ее устах была улыбка. Она упивалась. Ты уверен? Да. Но ныне она терзаема виной и стыдом. Не могу я не верить ей. Не подступай к ней, Авраам. Дитя сие приносит лишь беды. Поздно. Лишившись брата и сестры, Мэри нашла приют под моим кровом. Я боюсь, твое милосердие может тебя погубить. Дай мне совет. Скажи суду, что она нас дурачит. Что узрело ее упоение смертью сестры. Я молю тебя. Не вынуждай. Мэри полна сожалений. Умолчишь о подозрениях, и за это поплатится весь город. Никто не огражден от ее зловредных выдумок. Не говори этого. Скажи, что во всем этот Карл виноват. Услышит. Я выскажусь. Скажи в суде, что этот священник все это мутит все эту воду. На мне чары. Это не чары. Как иначе объяснить твое явление? Не могу объяснить, но дело в другом. Она призвала тебя на защиту, дабы принудить меня к молчанию. Лишь дьявол мог сотворить демона с моим обличием. Я не демон. Но мы похожи, и это чертовски странно, согласен. Чего тебе надобно? Я хочу узнать, что ты скажешь в суде. О Мэри. Я решился говорить в суде. Но ныне не уверен. Скажите суду, что она сделала. Вас попросил об этом друг. Слуги дьявола искушают меня. Я не поддамся. Литл Хоуп не тот, каким был прежде. Диковинные происшествия стали обыденностью. Вы, кем бы вы ни были, лишь одно из них. Поведав правду о Мэри, я спасаю друга. Но как же тяжело от осознания, что тем я выношу приговор ребенку.
Вот это, блядь. Нельзя вешать все на ребенка. Уверен, за всем этим стоит священник. Вы серьезно? Нам надо остановить девчонку, а не кого-то еще. Преподобный Карвер, человек Господа. В том нет сомнений. Блять, хуйню несешь ты, профессор, блять. Мы же читали все, по записи давали все. Все ведет к тому, что все эти записи идут к тому, что Карвер что-то там учит. Какого дьявола вы защищали девчонку? Возможно, вы приговорили нас к смерти. Я уже не знаю, что правильно. Все так запутано. Поверьте, Мэри необычный ребенок. Если мы хотим спастись, ее придется остановить. Хуйню несешь, профессор, ты хуйню несешь какую-то реально. В натуре. Может, мы еще его встретим и сумеем как-то переубедить? Я сделал как надо. Я не сомневаюсь. Мы видим события, которые произошли сотни лет назад. Сама не ожидала, но я ко всем очень привязалась. Fuck this town, fuck that stupid ass. Жопа этот город, страна Аварис, который здесь. А что на английском начала говорить? Мать, ты нож есть, нож. Отсосала. Опа, отсосай, сёж. Сука, я её засейвлю. Тейлор, где вы? Тейлор! Тейлор, вы слышите? Ответьте! Джон! Я держу! Не отпускайте! Помогите! Умоляю! Я держу! Все будет в порядке! Там нож есть, блядь. У него нож же есть. Как вы? Ранены? Ух. Что это, блядь, было? Ладно, пойдем отсюда. Он до сих пор здесь, нет, блядь? Ух, блядь, засейвили, ребят, засейвили. Ух, блядь. Пойдем туда. Выйдем, наконец, из проклятого леса, а по пути все обсудим. Поехали. Ух, блядь, ух. Засевили ее. Надо было так же с Денниса, блядь, засевить все. И с той старой, блядь, старую, и, блядь, Денниса надо было засевить так же, блядь. Ну ладно, блядь, ладно. Конечно, очень, блядь, ну, жаль, реально, мне очень грустно от этого и обидно. Ну, что поделать, мое прохождение такое, ребята. Такое мое прохождение. Что поделать? Может быть, если бы я посмотрел заранее бы. Что здесь как проходится бы. Пять чел, смотри. Пять чел. Вы, кстати, видели тоже чел. Если бы я видел. Если бы я видел прохождение полностью заранее, да, то есть перед тем, как снимать видео, да. Вот, то, наверное, бы я, ну, всех бы, да, засейвил бы. А я, блядь, не смотрел, блядь. Ну, может, чуть-чуть смотрел, так особо, ну, не вдаваясь в подробности, но в целом нет. В целом не смотрел я. Все, прохождение я не смотрел, поэтому, блядь, вот так вот, ребят. Прошу прощения за такое. Что бы это ни было, думаю, ему что? Конец. Что там произошло? Хрен знает. Что бы мы там ни увидели или вообразили, мы все еще в опасности. Мы должны что-то придумать. Все происходящее как-то связано с Мэри. Мы не знаем наверняка, что спасемся, если остановим Мэри. Это теория. Идем. Оглядимся. А, у меня дежавю. Точно. Я узнаю это место. Так вот, если бы посмотрел бы заранее, возможно, я всех спас, да, уже давно, типа, и вообще без проблем все спасал, даже не пугался бы сильно так от этих скримеров и тому подобное.
Но, ребят, к сожалению, или может к счастью, не, наоборот, к счастью, что я не что я не смотрел ничего, да, то есть я не смотрел, ну, я говорю, я смотрел чуть-чуть, возможно, там какое-то начало и все, но не более того. То есть я в целом смотрел, как, может, обзор какой-то маленький смотрел, может, просто, ну, нет, я вроде смотрел начало только, да, я видел, как помню я, вроде как, давным, как только она вышла, вроде, я видел ее. Но в целом прохождение я не смотрел, поэтому, ребят, как-то так. Нет, никто тут не пройдет, слишком опасно. Поищем другой путь. Поэтому этому прохождение, и ладно уж, блядь, обидно, конечно, но ладно. Так, ладно, что нам-то? Давайте искать, короче, подсказочки, че не подсказочки. Все. Опа, подожди-ка, нахуй. Таямба. Вот тут-то есть что-то? Есть. Есть, тут все есть. Так, подсказочка. Ну, у тебя все хорошо, алё? Так. Ага. Сокрушим молчание. Чё, смотри, как они рядом находятся, видишь? Чёрная рамка, а здесь белая. А вот здесь белая. Вот, смотри, белые рамки, видишь? Смотри, белая рамка. Жёлтая рамка такая. Что-то, короче, выбор между, как я понимаю, жёлто-чёрная рамка. То есть есть выбор, да? Да. То есть есть, например, есть выбор. Здесь такая черная тоже такая, знаешь, черная такая тоже коричневая. Не знаю, какая-то черная, но не до конца черная рамка. Здесь тоже был выбор, то есть можно было ее спасти, по идее. Здесь у нас с тобой черная тоже какая-то рамка, то есть это вот с этим. А здесь черная чисто, ну черная, но такая слегка желтоватая рамка. То есть довольно-таки черная рамка, но желтоватая слегка. То есть можно было спастись? Можно было спастись. Но здесь белые рамки, смотри. Белые рамки. Может, рамки рамки показывают то, что, типа, ну, насколько реально есть выбор. Типа, здесь был выбор, но, видишь, тут больше вероятность того, что его бы в лесу бы, ну, типа, все ББшнули бы. То есть в лес не нужно было бежать. Ты правильно сделал. Так, хорошо, а здесь что? А здесь, короче, нужно его спасать будет, хорошо. То есть не давать ему подходить. Ну, она такая, видишь, желтая рамка, то есть с выбором. Я не пойму, блядь. Короче, скорее всего, не давать ему подходить к двери, либо дать ему подойти к двери. Но она дырявая. А здесь мы видим с тобой все ББ. А, нет, не то. А здесь мы видим с тобой вот это. Как я понял, не давать ему подходить к двери. Либо наоборот, вечно такая бело-желтая рамка. Желтая такая рамка, видишь? Или наоборот, дать ему подойти к двери. Я не пойму просто. Ну, короче, что-то с его уже этим двойником связано. Дать ему подойти к двери. Подожди. Да, подожди, подожди. Да, посмотрим. Чтобы конкретно понимать. Здесь мы видим с тобой дверь. Вот деревянная дверь, да, какая-то. Оп, оп. Мы ее закрываем. Парапам, и все. А здесь мы с тобой видим... Какую-то местность. Но это улица. Это улица, скорее всего. То есть, короче, не давайте ему подходить к двери. Хорошо, не дам, я не буду давать. Скорее всего, не давайте ему подходить к двери, потому что его эта херня вытолкнет. Ну, типа, возьмет, так, сломает эту дверь. Ну, там она же дырявая. И возьмет, типа, и захерачит его, к сожалению. Осуждаем такое. Вот, это то, что я увидел, на самом деле. Ну, как я понял. Поэтому не будем давать ему этих дверей. Хорошо. Мэр сообщает о земельной сделке. Эскалация протестов все вероятнее. Хорошо. Что, видишь, там, где вот нам показали сейчас, да, то, что, типа, его же свой двойник, типа, его все.
то это было на улице. То есть вот так, там была вот такая примерно текстура, видишь? Там была типа вот такая текстура. То есть зимы, то есть это было на улице. Это было на улице. Опа. Карвера в мэры. За наше будущее благополучие. Сэмюэл Карвер. Не понял. Ну ладно. Странная какая-то хуйня. Так, здесь ничего у нас нету. Я ищу подсказочки. Но здесь была подсказочка, поэтому, наверное, здесь будет какая-то еще подсказка. Поэтому погнали наверх. Она так будет стоять здесь? Ты будешь здесь стоять или что? Тут можно войти. Эй! Они идут. Ну, кто такой Винс? Кто такой Бежать Винс? Бежать некуда. Я помогу им с поиском. Он может быть опасен. Вряд ли он понимает, в какой мы передряге. Ну же, внутрь. Кто это вообще? Кто этот Винс? Винс, кто это вообще? Ну, здесь давно никого не было. Вот мой черед предстать перед судьей. Может, мы наконец чего-то добьемся? Ужас обуял меня. Я не ведаю, как воспримут мое свидетельство. Дьявол ослепил многих. Они не ведают, что истинно, что ложно. Говорит, что священник, блядь. Его слова стремятся исказить истину. Позволь мне быть тому судьей. Авраам и Джозеф союзники в этой так. лжи. Так. И не далее, чем вчера, ты приговорил Джозефа к смерти. Неужто ныне ты усомнился в этом? По сей день ничто не смутило моей веры. Джозеф, как и жена его, знался со злыми силами. Суд благодарен преподобному Карверу, презревшему гнев дьявола, дабы о том поведать. Таков мой долг, судья. Однако закон обязывает суд к неустанным поискам истины. А посему нам следует рассмотреть заявление Авраама против Мэри. Дозволь сказать кратко, судья Вайман. Кратко, преподобный. Не против Мэри, не против него, блядь. Мэри явила его... великое бесстрашие, выступив против зла. Немногим достало бы мужество. Однако блядь. В награду за изобличение зловещего шабаша ее хотят опорочить. Ее бесстрашие, несомненно. В ее намерении следует увериться. Заговаривать, смотри. Ее обвиняет никто иной, как назначенный ей опекун. Ясно, что сие дело ему не по силам. Я прошу суд назначить Мэри другой приют. Кто станет опекать ее, преподобный? Я готов взять на себя ответственность. Отосешь-то, блядь. Если суд так решит. Отосешь, смотри, прежде отосешь. Суд выслушает слова Авраама и лишь затем решит судьбу девочки. Отсосет он, блядь, отсосет. Смотри, он как забалтывает судью-то. Отсосешь ты, блядь. Че ты смотришь? Иди отсюда, нахуй. Отсосешь ты, блядь. Что мне делать? Иные желают, дабы я выступил против Мэри, но гораздо ли дитя на такое зло? Понимаю вашу дилемму. Последствия будут очень серьезными, а девочка так юна. Иди, 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 иди за ним. Сейчас будем суд подсказывать. Суд готов выслушать твои слова. Говори, юноша. Смелей! Мэри толковала о злых духах, колдовстве и дьяволе. Многие не верят, что сие возможно в Литл Меня Хоу. Не занимают истории и слухи. К делу, юноша. Мэри терзается. Фантомы измучили ее, иссушили, лишили чистоты душу. Люди твердят, она в сговоре с дьяволом, но нет в том уверенных. И я не из их числа. Дано ли нам познать, что на уме у ребенка? Ты находишь, что я не способен узреть правду? Прошу прощения. Такого я не смел бы сказать. Мое время ценно. Ты и священник ныне достаточно его отняли. Я не все сказал. Я дал тебе довольно времени.
По воле суда Мэри направится под опеку преподобного Карвера. Теперь иди. Блять. Не надо, не-не-не. Сука, это Карвер, вот этот Карвер, блять, он нахуй, я думаю, специально пошел служить, стал священником, что, скорее, что-то случился, какой-то конфликт у него с этой семьей. Ну, получилось. Он сел на уши я видел девочки. Бенника. Авраама. Он сказал судье, что Мэри ни в чем не виновата, что она жертва. Ладно, что теперь? Не уверен в своем выборе. Наоборот, все правильно. Но мы хотя бы знаем, что можем на что-то влиять. Это ведь хорошо, да? Серьезно? Мы можем изменить прошлое? Ладно. Похоже, мы можем что-то изменить, но не стоит опережать события. Нет. Здесь нельзя положиться. Короче, я к тому, что, возможно, Карвер специально пошел в священники, потому что, может, какой-то у него период такой был, знаете, довольно-таки плохой. Он пошел очиститься и потом встретил эту семью, где была Мэри. Чем-то, что-то, может, с ней сделал, может, кто-то сел на уши и тому подобное. Осуждаем, конечно, все полностью. Вот, и говорит ей, как действовать. Может быть, блять, а может быть, она ему жаловалась, что, типа, вот... Что ее отец, не любит, да, там, что там мать не ругается и тому подобное, что сестра так себе, да. Ну, короче, жаловался на свою семью, и он решил, сел ей на уши и решил вот так вот все провернуть, то есть уничтожить ее семью, осуждаем это, конечно, полностью. И отсюда мы можем сделать вывод, что виновата, ну, не то, что виновата, а что главный антагонист этой игры не Мэри. Мэри всего лишь посредственник. Ну, то есть, посредственник того, что происходит. То есть, она дает нам информацию, она дитя маленькое, у нее нету пока что своего мнения, она верит всем. И там, видимо, нашла она помощь, опору в Карвер, да, который сел ей на уши, что он работал с детьми, и он знал, как это делать. И, скорее всего, антагонист главный Карвер у нас. Как такая теория? Вот, а она всего лишь просто, ну, то, что видишь, даже он говорил, что она где-то улыбалась, брат ее говорил, что она, ну, сочувствует и страдает, наоборот, ей стыдно перед всем, то есть она не думает, что говорит, не... Короче, ей просто сели на уши и все, и промыли, ну, типа, промыли мозги, грубо говоря, промыли мозги очень хорошо причем. И она всего лишь посредственник того, что происходит, посредственник. Но главный в этом всем, я думаю, Карвер. Карвер тут антагонист. Я уверен в этом, что Карвер антагонист. Я прям уверен, что Карвер антагонист, только потому что все к этому ведет. Вот такая моя теория. Посмотрим, что будет в финале. Ебать, что, блядь? Та тварь все еще преследует, Тейлор. Надо идти. Быстро. О, я могу осматривать. Добрый вечер. Не-не-не-не, погнали, вот тут так пройдем. Джеймс Кларк. Мемориальная доска в памяти о Джеймсе Кларке, погибшем в 1972 году. Sees my что? Sees my ass. Письмо с выговором на имя Винсента Барнса. Отправлено его работодателем с фабрики Рейвенден по поводу прогулов, опозданий и нетрезвого состояния. На обратной стороне кто-то написал: «Поцелуй меня в жопу». Винсент Барнс. А, Кис. Хорошо. Я прочитал Сис. Опа.
Ты тут? Блядь. Еще раз. Семейное фото. Фотографии семьи перед домом. Солнечный день. Все лица выглядят знакомо. Эти лица постоянно встречаются в истории Little Hope. С виду типичная американская семья. А, слышь, так это та семья, у которой, помнишь, дом сгорел? Че, не дом сгорел? Нет? Нет? История Little Hope. С лица постоянно встречаются в истории Little Hope. С виду типичная американская семья. Так это они и есть, смотри. Идите сюда. Взгляните. Это еще одни и они? Не может быть. Или то, что нам вначале показывали. Ладно. Не знаю, почему. Кто, дом горел, не сгорел, не знаю. Как? Но в этом где выжил только у всех Эндрю? Нас есть множество версий. Да, да, вот все. Множество версий. Сперва на судах над ведьмами 300 лет назад. Теперь это семья из 70-х. Как это все понимать? Думаете, эта семья погибла, как наши двойники? Меня больше волнует, что будет с нами, а не их судьба. Не могу понять, как это все возможно. Вы что творите? Никто нам не поверит. Нужны доказательства. Вы профессор. Объясните, что это за фото? Хотел бы я. Но я без понятия, кто это и почему они похожи на нас. Это очень странно, кстати. Но видишь, видимо, у них есть множество этих двойников. Помню, у отца были такие штаны. Фото можно подделать, но людей из прошлого и этих чудовищ нет. Вот, смотри, тут они. Тут они. Это Эндрю думает, что видел отбирал костя, да, это та же семья. Не знаю. Старый фото работников фабрики, фото коллектива. Грубо выглядит счастливой, без намека на проблемы с дисциплиной. После закрытия фабрики многие из этих людей покинули город. Похоже, Джеймса любили на работе. На проблеме с дисциплиной. А уж. И потом слишком уж мудрёный розыгрыш выходит. Точно. Так это, слышь, так его это. Так он любил работу. Дэниел думал, мы все умерли. Хорошая теория, но я вроде живой. А вы? Но мы могли погибнуть в аварии. Нет, недостаточно серьезная авария, чтобы погибнуть. Многомерие? Мы типа как-то попали в параллельный мир? Впечатлен, что вы о таком знаете, но это теория о множестве миров, а не множестве копий отдельных людей. Он любил работу. Вот он, его двойник, любил работу. У него была проблема с дисциплиной, фабрика закрылась из-за того, что... Ну, видимо, из-за какого-то, не знаю, банкротства, не знаю. Короче, там фабрика закрылась, из-за этого город закрылся. А его двойник умер. Нихуя себе, как-то все связано, блядь. Прям жесть. А, похоже, не срослось. Тен. Винс.
А вот оно, вот здесь как раз идет. С выговором. Фото Винса. На старой фотографии изображен молодой парень, обнимающий девушку, на обратной стороне написано «Парни Винс». Похоже, Винс думал не только о работе. Теперь понятно, почему им выписали выговор. Интересно, вот такие детали проработаны, да? Вот классно, мне нравится. В этом плане мне нравится эта серия игр, очень нравится. Что еще остается? Это сон? Нет, не сходится. Может быть, массовая галлюцинация? Война пламя нравится эта игра, очень нравится эта игра. Что произошло с этим местом? А, что-то плохое. Это точно. Вот мне очень нравятся такие игры, да, где все проработаны, типа мелочи довольно-таки такие, видишь, связаны. То есть берешь вот предметы, смотришь их. Секреты, да, вот эти, а они связаны друг с другом. Причина пожара. Статья 1972 года, в которой поговорит, что пожар, погубивший семью Кларков, был вызван детской игрушкой. Преподобный Карсон сказал несколько слов о семье и о проблемах, которые она испытывала. Энтони Кларка спасли офицеры полиции. Впоследствии с него сняли все обвинения. Семья Кларков выглядела счастливой до трагедии. Энтони Кларк. Тот, кто это двойник Эндрю. О, видишь, как очень, видишь, как проработаны типа детали. То есть ты поднимаешь предмет, а смотришь, что секрет, секрет, да? Потом смотришь, типа, ну да, какой-то предмет. Потом, когда ты собираешь несколько таких предметов, они соединяются воедино, ребят. Это, ну, это прикольно. Не в каждой игре такое, такие мелочи продуманы, реально. Мелочи в том плане, что ты можешь разговаривать с персонажем, а можешь просто пройти и пойти дальше, то есть пропустить диалог, да? Может, что-то упустив, а может быть и нет. Как бы, да-да-да, ребят. Так что, такие мелочи, прям очень классно сделано, реально. Я прям рад, очень рад. Опа, судья тот самый. Тот самый судья. Портрет судьи Ваймана. Портрет Томаса Ваймана на табличке написано, что впоследствии судья пожалел о своих решениях во время судов над ведьмами. Фабрика, в которой висит портрет, была построена на месте дома Ваймана. Спустя какое-то время судья Вайман пожалел, что слишком положился на показания ребенка. В зале суда происходило множество травматических событий. Вот это, кстати, хорошая зацепка. Можно будет ее, если мы туда запортнемся на суд, можно ее использовать. Может он уже типа жалеет об этом. Сказать, что вот твоя фабрика, которая здесь есть, построена вместо там на месте твоего дома. Это будет классно. Это будет очень хороший. Это будет очень хороший аргумент в нашу сторону. Письмо судьи Ваймана. Письмо судьи Ваймана, в котором он выражает обеспокоенность действиями Карвера. Во время судов над ведьмами просит назначить комиссию для расследования событий, в том числе затрагивающих девочку. Письмо датировано 6 февраля 1693 года. Если верить памятнику, в церкви Саймон Карвер был пастором в Литл Хоуп с 1688 по 1692 год. Его имя было вычеркнуто. Был пастором в Литл Хоуп с 88 по 92, его имя было вычеркнуто. После судов над ведьмой судья Вайман потребовал провести расследование в отношении Карвера, который сбился с праведного пути. То есть он все-таки его наказал, да? То есть он все-таки сделал что-то в его сторону, то есть, ну, в плане того, что назначил комиссию и для расследования и сказал, чтобы расследовали это все дело.
Потому что он мудрит. Я же говорил, видите? Очень интересно. Вот это очень хорошо, ребята, что мы нашли. Это будет очень хорошо. Знаешь почему? Как аргумент. Что вот. Мы можем подсказывать тому челику, брату этой Мэри. И он будет говорить, что вы же сами жалеете, да? Ну, вы же сами можете жалеть об этом, да? Вы же что-то... То есть это очень хороший, ребят, аргумент будет для нас. Это хорошо, что мы нашли это. 1 апреля, блядь, что 18 апреля. Тухой фактори to close. Фабрика закрывается. Статья 1973 года, описывающая, как закрытие фабрики погубит город. Попытки договориться с семьей Карверов ни к чему не привели. Профсоюз активно протестовал против закрытия фабрики. Little Hope превратился в город-призрак из-за закрытия фабрики. Джеймс погиб незадолго до закрытия фабрики. Сет. Типа неизвестно. 18 апреля, кстати. А год неизвестен, но он... То есть на это тоже можно, да, слышишь, это, ну не то, что это тоже можно использовать в виде аргумента на том суде, что вот фабрика, то если вы закроете, вы знаете, ну, понимаете, что город превратится в призрака, все закроется и тому подобное. Комиссия Восточного округа. Закрытие фабрики. Фабрика была закрыта вследствие ликвидации компании Little Hope Textiles Ltd. Из-за нескольких несчастных случаев после закрытия вход на территорию фабрики был запрещен. Попытка проникновения на территорию будет расцениваться как преступное нарушение. Все бывшие соработники, желающие вернуть личные вещи, могут обращаться по телефону. Ага. Подожди, давай. Можем еще посмотреть? Или нет? Ну это вот это хорошо. То есть он стал городом призраком не потому, что здесь призраки, а потому что людей здесь не осталось. Все уехали. Потому что, я так понимаю, блядь, можешь уйти. Мать, может, ты уйдешь? Блядь, уйди нахуй. Стоит, блядь, что-то. И вообще, все это стало не. Все это. Он стал городом призраком не потому, что здесь призраки какие-то, да, и что-то какие-то существа, а потому что работать не было, негде было людям, они уехали сюда. Поэтому. Поэтому он называется город призрак, потому что людей нету здесь. Они все уехали отсюда. Потому что работать негде было, фабрика закрылась. А, вот это понятно. Это интересно. Эндрю. Идите, помогите мне тут. Что там? Еще мой проход только сюда есть. Я возьмусь здесь, а вы там. Давайте. Изо всех сил. Профессор, вы как? Бля, лучше спуститесь к нему. Вы там целы? Да, цел, кажется. Наверх не влезу. Буду искать выход тут, внизу. Ладно, встретимся у заднего входа. Да, договорились. Эй, профессор, увидимся снаружи, ладно? Надо его засейвить. Сейчас оно будет сейвить его, профессора. А мы за них играем, не за профессора, ладно. Да, мы с тобой на этом закончим. Серика так длинно уже получилась. Спасибо за просмотр. Такая серика была. В принципе, все. Увидимся в следующих сериях. Давайте.